Некоторое время назад здесь стояли машины, но теперь вместо них мусорные баки, снежные кучи и этот знак «Парковка запрещена». Теперь жителям улицы 154 стрелковой дивизии приходится искать место для парковки вдали от дома. Серьезные проблемы с парковкой начались в конце ноября, когда по всей улице поставили дорожные знаки. Оставлять машины у обочины теперь можно только на ночь. С 7 утра и до 8 вечера жителям многоквартирных домов приходится изгаляться и придумывать, куда деть свой автотранспорт. Те, кто решил смириться с проблемой и все равно оставлять железного коня в неположенном месте, вынуждены получать немаленькие штрафы. Патруль ГИБДД отслеживает нарушения регулярно утром и вечером. Мы неоднократно писали и губернатору. В дорожное хозяйство мы писали, чтобы помогли нам решить эту проблему. Ответ был таков, что расширить эту часть дороги не представляется возможным, так как там частная территория. Это делались знаки, ставились для того, чтобы эту часть дороги могли дорожное хозяйство чистить. Соответственно, за всю зиму ее не чистили ни разу. То есть вот как было, вот эти вот глыбы снега, так все это осталось. Нечищенный снег не только по бокам дороги, но и на самой парковке. Мусорные контейнеры стоят где попало, хоть и для них есть специальная площадка. Но земля под ней провалилась. Решение мусорного вопроса жители микрорайона ждут с летом. Проблемы, как снежный ком, копятся. А сами жители считают, что их просто бросили на произвол судьбы. Да, хорошо, вы поставили знаки, сделали нам неудобства, но опять ничего не изменилось. Вы не сделали здесь две полосы, вы не почистили дорогу. Как бы смысл от этих знаков ноль, только нам негде ставить машину. И нарушают очень многие, ставят, потому что просто некуда больше ставить машину. И получается, что сделали, ну, сбор денег. Дорогу не почистили, одна полоса так и осталась. Деньги собирают, ездят каждое утро и вечер, какая-то машина фотографирует. Как проблему не решает, только ездят, фотографируют, собирают с нас денег. В администрации города установку знаков объяснили частыми жалобами на пробки от жильцов соседних домов. Разъехаться машинам на узкой улице трудно, а припаркованные сбоку автомобили еще более затрудняет проезд. Из-за этого высок риск аварии. За прошедший год на улице 154-й стрелковой дивизии произошли 5 ДТП. В одном из них пострадал ребенок. На ночное время граждане могут парковать свои автомобили. На дневное время это дело запрещено в целях очистки улицы от снега. К сожалению, в связи с тем, что граждане нарушают данные знаки и продолжают оставлять там личный автотранспорт даже днем, снег там почистить, скажем так, проблематично. Уже образовался достаточно плотный снежный накат толщиной до 30 сантиметров. Демонтаж знака проблему тоже не решит. Парковочных мест будет также не хватать, а пробки в час пик будут портить жизнь многим ульяновцам. Дорожный вопрос нужно решать более глобально. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Александр Никитина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.